Я всех приветствую на своем канале Юньфам и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось показать вам свои подарки. Подарки на Рождество, Новый год, день рождения. Так как у меня день рождения сразу же после Нового года. И мне подарили много косметических подарков. И хочу как раз вам показать, а также сделать обзор. Начну я с двух продуктов от фирмы Yves Saint Laurent. Это будет помада и пудра. Наверное, начну я с самой помады. Итак, вот как выглядит сама помада. Называется Rouge Pur Couture Vernis à Lèvres. То есть это лак для губ. Раз я уже приблизилась к вам, значит, у меня помада это на мне. В оттенке 9. Rouge Lac, то есть красный лак. Что хочу сказать, я вам сначала, наверное, стандартно, да, Yves Saint Laurent упаковка такая, как лак, кстати, как у них лаки делают, и вот такой вот аппликатор. И вот такой уголок, она как стрелочка, как лопатка, очень удобно наносить, и тем более, что она под углом, то есть прекрасно все. Очень мне она нравится, она держится очень долго, у нее красивый такой блеск. И хочу сказать, я нанесла в один слой, потому что в два слоя нанесла, и она прям вот так вот блестит. Для меня это было чересчур. Я думаю, что может, если бы я была брюнеткой, я бы в два слоя наносила в один слой. Очень плотный, красивый цвет, долго держится. Не сушит губы, то есть губы чувствуются просто прекрасно, снимается она тоже без никаких проблем, обещает, что она держится до 9 часов. Итак, я устроила тест, я нанесла эту помаду, я долгими часами была в городе, ела тортик, пила кофе, вернулась домой, у меня осталась помада чуть ли никак не тронута. Конечно, надо уметь кушать, чтобы там не оставить свою помаду и пить. Но да, она не стерлась, блеск был, все было, и не потеряла своих свойств. Поэтому я говорю да, хочу сказать, что это продукт, наверное, вот где ты вложил деньги в люкс, но во всяком случае он того стоит. Всем известно, что люксовые продукты, к сожалению, не всегда оправдывают своих денег. И, конечно, намного лучше, когда ты знаешь, что ты вкладываешь деньги и получаешь качество. Насчет именно вот этой помады я просто уверена, и может быть в будущем я бы купила еще и другие оттенки, поэтому да, еще раз да, очень понравилось. Следующее, что я вам покажу, это уже пудру. Выглядит она вот таким вот образом, упаковка, то есть некая такая вот золотая шайба, вот просто отблескивает Yves Saint Laurent. Открываем. Зеркальце круглое и кисточка, сама пудра. Я сначала покажу вам кисточку, что хочу сказать. Она просто прекрасно вмещается в свою саму пудру по своей форме. Это натуральный ворс, она очень мягкая, очень ей удобно, особенно, знаете, наносить вот так вот под глаза. Прекрасная вот кисточка, действительно хорошего качества, она хорошо набита, упруга, ничего сказать не могу. Теперь к самой пудре. Для меня эта пудра, просто некая такая прям, не знаю, абракадабра. Это точно, как я написала в своем блоге, по-другому не назову. Что же она собой представляет? Смотрите, значит, это пудра, и как вы видите, там вот такая вот резьба. В чем заключается сама пудра? Это в том, что это компактная пудра. Как только мы начинаем крутить ее, и это как терка, и высыпается пудра. Поэтому ее большой плюс, что ты можешь действительно прокрутить себе, достать пудру столько, сколько вам надо, и не чуточку больше. И большой плюс, что она не будет, знаете, как рассыпчатая пудра, что она упадет, так все, и она по всей квартире. Или кто любит с собой носить то же самое по всей сумочке. Она полупрозрачная. И у нее специальный такой комплекс, что она подходит как сухой, так и жирной коже, то есть она и матирует, но не подчеркивает сухость. Честно скажу, пудру я использую очень редко, то есть это продукт, который действительно
ну, редко я использую. У меня как чуть что, у меня сразу подчеркивают какие-то шелушения. Эта пудра этого не делает, поэтому я сейчас с удовольствием ею пользуюсь. Она тоже у меня на коже смотрится, ну, очень-очень красиво. То есть есть какое-то вот такое сияние без того, чтобы там были вообще какие-либо блестки. И оттенок у меня 01 Ivory или Ivoire. Самый светлый оттенок. Следующим продуктом будет лак для ногтей. Этот лак — это Dior, который называется От Couleur от Tenue. В оттенке 257 Incognito. Этот лак сейчас у меня на ногтях. Нанесла два слоя, как обычно я наношу лак. Очень хорошее покрытие, он не полосит. Сразу же выходит красивый такой цвет. И сверху я действительно первый раз просто чисто случайно ничего не нанесла. Думаю, да, завтра нанесу. Потом как-то я забыла. Потом думаю, он у меня целую неделю продержался без того, чтобы я какой-то топ-коут сверху нанесла. То есть я была действительно удивлена. И вот сейчас второй раз я им накрасилась. И, как я вам говорю, шестой день. Уже как бы вечер, то есть 6 дней, этот лак держится просто превосходно. Мне подарила его мама и говорит: я помню, что ты постоянно критикуешь все кисточки, тебе нравятся толстые кисточки. Это действительно так, мне нравится. Здесь, видите, открывается крышечка, чтобы было удобно. У него очень широкая плоская кисточка, которую очень удобно наносить. Опять же, все подробности на моем сайте, там... где я более в деталях все описываю. Следующий продукт косметический – это бомба. Просто бомба. Мне в какой-то день, значит, да, пришел почтальон, значит, с посылкой, и я такая думаю, я ничего не заказывала. Спрашиваю мужа: ты что заказывал? Тут тоже ничего. Думаю, странно как-то, что же там такое на мое имя? Обо мне подумала моя подружка Юлечка. Целую тебя, тебе привет и огромное спасибо. На мой день рождения она мне прислала вот такое вот чудо. Называется это Pop-Up Color от Sephora. И здесь это чудо открывается сначала так. Вот я вам открою, чтобы вы видели. И с каждой стороны здесь просто потом это также легко выдвигается с одной стороны, выдвигается с другой стороны и еще открывается наверху, где есть зеркало, и здесь еще нюдовые тона. Просто шикарнейшая же палетка. Я о ней сделаю отдельно ревью более в детали, чтобы вам показать сами цвета. Просто супер-супер вещь. Я теперь я ее когда получила, столько визгу дома было и писку. А говорю снова, что свотчи и больше информации вы найдете на моем сайте вместе с фотографиями и со всем, что я там написала, обдумала. Так что все ссылки я оставлю внизу. Да, и не забывайте оставлять свои комментарии, я обязательно на них отвечу. Всем пока-пока!